Вы знаете, я думаю, что не оправдала, но если признаться в этим тем людям, которые это придумали, значит, их надо ли посадить, или как-то ими заниматься, потому что на самом деле это полностью неоправданная система, когда на вопрос Евгений Онегин, например, там написано «лишний человек», если ты начнешь писать о нем, что он романтик, сложный образ и так далее, тебе просто поставят двойку. Более того, у нас многочасовая страна, восьмичасовая. И если где-то в Владивостоке сдали экзамены, через интернет уже мы знаем, как отвечать на этот вопрос. Поэтому она не оправдана полностью, ее надо убирать или как-то менять, или усовершенствовать.